На прошлой неделе в Дубае мы проводили совещание и проходили мимо отеля, который вы строите. Проект завершен? Наконец-то. Вы проделали огромную работу, Анур. Я горжусь тем, что в стране есть такой холдинг, как Беньяпы. Это точно. Я недавно был в Иордании и лично слышал, как арабские строители только и говорили о Sky Towers. Вы наверняка поедете в Дубай на открытие отеля. Конечно. Мы столько сил вложили, что не можем его пропустить. Шахризад Ханым поедет вместе с вами, Анур? Не знаю, Юсмин. Мы пока это не обсудили. Шахризад Ханым просто обязана туда поехать. Так будет справедливо. Это она выиграла премию Халида Муна с проектом Sky Towers. Я не ошибся? Нет, вы правы. Мы с Керемом точно поедем, да, Керем? Конечно, поедем. Технический лицей Мухсина Аксала. Спасибо большое. Я горжусь, что он есть, Лялы Ханым. Мы очень благодарны вам, Периды Ханым. Это действительно большая удача, что удалось провести такое переустройство. Теперь вы подарите детям шанс. И все благодаря вам, Периде Ханым. Правда, мы тоже очень стараемся. Да, вопрос о крытом спортивном зале будет решен в конце месяца. Не сомневайтесь. Спасибо огромное. Для нас очень важно, чтобы дети не только учились, но и занимались спортом. Но если говорить об учебе... То что? Мы так и не смогли получить оборудование для компьютерного класса, которое запрашивали очень давно. Но почему? Не знаю. Может, о нас просто забыли. Ерунда какая. Назие, принеси мне, пожалуйста, телефон, будь добра. Сейчас я позвоню своему сыну, Анур Аксалу. Мы с ним это обсуждали, и он сказал, что все решил. Мы с Ануром подумали, что перед общим собранием акционеров хорошо бы устроить многоотраслевые консультации. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас. У меня председатель Союза учебных заведений и представитель технического лицея Мухсина Аксала Лялы Ханым. Помнишь, мы с тобой обсуждали вопрос о дополнительном оборудовании для компьютерного класса? Я тебе перезвоню. Но ты говорил, что решил... Анур! Алло? Наверное, что-то со связью. Это не срочно, Периде Ханым. Я перезвоню ему в ближайшее время. Мне кажется, что мы должны активизировать работу всех членов правления. У Анура есть несколько деловых предложений. Откуда они взялись? О, и вот, прежде чем я начну выдавать здесь информацию всем сотрудникам, полагаю... Мы пришли как нельзя. Стоит обсудить ее в узком кругу. Анур Аксал. Ясмин говорил, он оправданно смело ходит по ресторанам. Радуйся, все благодаря тебе. Почему это благодаря мне? Этим он тебе обязан. Если бы ты насильно не посадил меня перед камерой... Предлагается расширить штат сотрудников. Все, я понял. А сферу деятельности. Ты знал, что Анур Аксал придет в этот ресторан? С какой стати? Я что, провидец? Но нам это надо. Это все надо обсуждать. Но ты, Ясмин, была, как всегда, на высоте. Эрдал, прошу, не устраивай скандалов. Давай хоть раз спокойно поужинаем. Какой скандал, милая? Как можно скандалить в кругу друзей? Что ты? Мы теперь дружить с Беньяпы будем, верно? Еще и смеется, скотина. Я ему сейчас устрою. Успокойся. Почему ресторан открыт для посторонних? Здесь наши недоброжелатели. Прости меня, Анур. Но резервировать места в ресторане не является моей обязанностью. Согласен, да. Надо было сразу закрыть это заведение для посторонних. Я не могла такого предположить и не приняла меры. Однако я считаю, что вас должны видеть вместе, иначе слухи о Беньяпы никогда не рассеются. Прости меня, Ясмин. Прошу вас. Нет, меню не нужно. Принеси нам морепродукты. Креветок, раков, мидий, ну и так далее. Ясно? Хорошо. Минутку. Слушаю. Так. Если сделаешь все, как я скажу, получишь от меня благодарность. Спасибо вам за все, что вы делаете. Не благодарите. Я решу эту проблему в самое ближайшее время, обещаю вам. Ждем вас в гости перед Эханым.
Мы были бы рады видеть и вашего сына. Я передам. До свидания. Назия, я иду к себе в комнату. Если Анур позвонит, скажи, чтобы он меня не беспокоил. Хорошо, я все передам. 2008 год очень важен для нашей сферы деятельности. Угу. Весь деловой мир... Что это? Эрдалбей просил передать. Это французское вино. Его производят на юге Франции, соблюдая давние традиции виноделия. Унесите его немедленно. Но Эрдалбей... Убирай, я сказал. Хорошо. О, какая встреча. Здравствуйте. Как вы, Эфенди? Все хорошо? Да вы, наверное, меня не помните. Меня зовут Эрдал Карайлджу. Мы познакомились с вами на совещании Министерства жилищного благоустройства. Вы что, не видите? Мы сейчас заняты. Нет-нет, я не посмею вас беспокоить, не бойтесь. В чем дело? Я просто хотел поблагодарить моих давних друзей. Керембей, мы очень благодарны вам за поддержку, что вы оказали нам с Бино. Без нее проект был бы обречен. Проваливай. Тихо. Бино работала, не покладая рук. Я бы даже сказал, не только рук, но и... Тихо. Убирайся отсюда, подлец! Керем, спокойно. Он этого и добивался. Ну, не буду вас больше задерживать. Декория Базар ждет вас на свою презентацию. Вы, кажется, все приглашены. Желаю приятного аппетита. До свидания. Я прикончу этого типа. Сейчас не время. Позже.